Футбол хоть и с приставкой мини, но борьба за первое место такая же напряженная, как на большом матче. В первом тайме встретились студенты МГАВ. Тренерский факультет против социально-педагогического. Удача пока на стороне первого. В принципе, ребята хорошие, двигаются. Ну, у нас как опасных моментов побольше. Вот и счет пока такой. 4-0, да. Мы же хоккеисты. У нас есть занятия, скажем, на нашей кафедре, где мы в футбол играем с ребятами. Там, в принципе, и готовились, там играем, наслаждаемся. Организаторы турнира – представители регионального штаба «Молодой гвардии» «Единой России». Они же среди участников соревнований. Команду общественной организации представили молодогвардейцы городского округа Люберцы. Все это направлено на то, чтобы, прежде всего, там, зарядить студентов перед сессиями, привить им более хорошее отношение там, к физической культуре, к спорту. И, конечно, заинтересовать нашими проектами. Может быть, кто-то вольется в нашу историю. Может быть, у нас появится, наконец-то, футбольная команда «Молодой гвардии». Команды, которые заняли призовые места, наградили грамотами, медалями и подарками. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.